памятник Сакену Сейфуллину, писателю, просветителю. Вы знаете, он один из моих самых любимых писателей. Он и Чокан Валиханов. Я люблю очень читать их произведения и уважаю их за их талант, за их гражданскую позицию, за их мужество в те года, в которые они жили. Вот этот дом-музей Сакена Сейфуллина. Сейчас я подойду, еще покажу вход вам. Вот на таком двухэтажном автобусе экскурсии по городу. Если вы заметили, внизу никто не сидел, все сели на второй как бы этаж, да? Мне сверху видно все, ты так и знай. Ну, удачной им экскурсии. Паровозик деток катает. Этот большой батут уже готов принимать маленьких гостей. Такая вот карусель, на лошадках деткам кататься. Сейчас я по ступенечкам опущусь поближе к воде и поснимаю. Такой ветерок прохладный от реки, влажный. Вот это наш новый мост. Как-нибудь покажу вам его, очень красивый и снаружи, и внутри. Друзья, вот такой шанырак у нас посреди города. Людей не буду снимать, кто идет. Вон там моя красавишна сидит на скамеечке. Дом купца. Вот, реконструкция дороги идет на этой улице. Играет я на стоянке. Сейчас дождусь зеленый светофор и перейду, вот там магазин. Товары для вашего дома. Вот надо мне в этот магазин попасть. Мы с дочей приехали в новую Мегу, которая расположена, вот видите, там огромный шар такой. Это была там выставка Экспо 2017. Напротив меня это здание Назарбаев университет. Девочки, всем салем! Мы снова с дочерью в Меге по очень важному делу. Потом скажу вам, что мы здесь делали. Девочки, еду на эскалаторе, трясусь сама, как этот эскалатор. Боюсь их с детства.
дальше ехать? Нет, нет. Вот я зашла с этой стороны поближе, и там заказывают еду и сюда приносят. Памятник Кенесары хану на набережной. Знаете, на набережной очень красивые дома. Оригинальной такой постройки. И ночью они все с подсветками. Включаются разноцветные подсветки. Вообще красота.